В год празднования 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне в Ленинском городском округе продолжается чествование ветеранов. В традиционную рубрику «Мобильный репортер» нам прислали кадры из поселка Володарского. Здесь прошла акция, которая получила название «Никто не забыт». В гости к 15 труженикам тыла с цветами, подарками и под веселый аккомпанемент баяна пришла с поздравлениями делегация жителей поселка. В честь 70-летия Победы хотим поздравить вас с этим праздником с большим. Спасибо. Вручить вам наши скромные подарки и слова признательности. Ой, спасибо. Акцию поддержали начальник территориального отдела Володарское Михаил Рассказов, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Лидия Козлова и предприниматели поселка Володарского. Встречи проходили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.